открывает вторую научно-практическую конференцию «Диалог культур в аспекте языка и текста» «Гаудеамус». Потом слово берет директор Института филологии и языковой коммуникации Людмила Куликова. В аудитории аншлаг. Еще бы, события международного масштаба, а гости-докладчики так и вовсе звезды мировой величины. Конференцию открыли крупнейшие лингвисты нашего времени. Людей этих знают все филологи, не только нашей страны, но и Европы, и мира. У нас в гостях и с чтением лекций президент Всероссийского ассоциации лингвистов-когнитологов Николай Николаевич Болдырев. У нас директор Российского гуманитарного института Максим Анисович Крангаус. И это автор знаменитых, очень известных работ, в том числе такого лингвистического бестселлера, как «Русский язык на грани нервного срыва». Сразу после открытия – пленарное заседание. Свои доклады презентуют не только доктора наук, но и студенты. Темы поднимаются самые разнообразные. Есть исследования творчества Василия Андреевича Жуковского, у которого в этом году юбилей, и работы в области концептуального взаимодействия в дискурсе. Доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета Николай Болдырев рассуждает о проблемах концептуального взаимодействия в процессе вербальной коммуникации. А чтобы пояснить, какие именно ситуации могут возникнуть во время той самой вербальной коммуникации, профессор приводит примеры из собственной жизни. Проработав более 15 лет в Тамбовском государственном университете, он все еще часто слышит на входе вопрос охранника. «Мужчина, вы к кому?» Я пытался ему объяснить, что не так много проректоров, начальство надо знать в лицо. В общем, я приходил на работу весь взведенный. В один прекрасный день иду я в свой университет, впереди меня женщина. Я слышу знакомую фразу. «Женщина, вы к кому?» Она говорит, «к Болдыреву». Я замер на секунду. Ответ. Проходите. Подхожу я, мужчина. Вы к кому? Я говорю, к Болдыреву. Он говорит, проходите. Проблема решена была окончательно. После пленарного заседания – выставка научной литературы, где каждый желающий может ознакомиться с публикациями Института филологии и языковой коммуникации СФУ. Вскоре стартует традиционный конкурс научных докладов студентов и аспирантов. Русское языковое сознание, поэтика литературных произведений, история русского языка и многое другое стали объектами исследований в этом году. Всего более 60 докладов. Кроме разнообразия тем, можно отметить и этническое разнообразие докладчиков диалога культур. Традиционный лейтмотив конференции – дружба народов. Ну, честно, я хочу еще раз побольше, почаще участвовать в таких конференциях. Второй день также не обделен иностранными гостями. На семинаре «Участие городской журналистики в развитии локальных сообществ» можно увидеть не только журналистов краевых редакций, студентов и преподавателей СФУ. Саша Лангенбах, журналист из Германии, повествует российским коллегам о журналистике и городском развитии в Берлине после объединения Германии. Еще один не менее интересный доклад об иностранном опыте представляет Либор Кукол, руководитель русской службы «Радио Прага». Попробую вам сказать по-русски, надеюсь, что вы меня поймете. В то же время студенты-филологи слушают лекцию Максима Крангауза, доктора филологических наук и директора Института лингвистики РГГУ. Вот это усилие русского языка, фактически появление у слова «собака» нового значения. И вот последняя и очень важная часть диалога культур – межвузовский аспирантский видеосеминар. Он объединяет представителей 6 городов за обсуждением теоретико-методологических и практических аспектов исследования речи, дискурса и языкового сознания. Отличительным свойством блога как сетевого коммуника считают быстроту и легкость его создания, противопоставляя блог на основе этой особенности домашним страницам и прочим сайтам. За время проведения семинаров и лекций организаторам удалось подвести итоги конкурса научных докладов. Всего на суд жюри представлено 66 докладов. Их авторы – студенты и аспиранты 9 вузов России. 25 участников получают награды, 20 из которых – представители Сибирского федерального университета. Те, кто не смог присутствовать на конференции, могут прослушать лекции на сайте Сибирского федерального университета. Анастасия Волкова, Евгений Николаев, Антон Вараксин, Илья Александров.